Всем привет! Я рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня у нас перекопка мотоблоком. Вот так мы удобрили под картошку кроличьим навозом. Копать нам немного, но тем не менее проще мотоблоком, чем лопатой. То есть нам надо вот здесь перекопать вот этот участок. И вот этот участок. А потом покажу вам теплые грядки. Высокие теплые грядки вот из такого же материала. Это мы здесь сделали, чтобы трава не росла. Ну и вот, собственно, вот так выглядит мотоблок. Сейчас проверяем после зимы масло. Вот здесь оно. Снимаю колеса. Ставлю вот такие приспособления. Можно будет даже подточить. Ну, хотя земля у нас мягкая. Вот так они снимаются. Вот шпилька. Колесо сдергивается, но тут на болту. И все, и ставится уже вот такие штуковины. Все, сейчас я все подготовлю и покажу вам. Вот, поменяли колеса, залили бензин. И вот так вот получилось. Ну вот, завели. Чудо аппарат, все работает. Вот, друзья, 15 минут ада, и все перекопано. Вот здесь вот лопаткой подкопать, и все будет отлично. Тут у нас котофей гуляет по травке, ест ее, чистит желудок. Потом блюет, конечно. Ну что ты, красавчик. И между делом, пока я отдыхаю от мотоблока, набираю воды кроликам. На кроликов у меня в день уходит где-то час. Покормить, попоить,
всех посмотреть. Это на 80 голов где-то. Но скоро будет их меньше. Мне незачем так много держать. Очень много они едят. Ну и все. Сейчас воду отношу и продолжаю пахать. Ну вот, вода уже здесь. У кроликов. Вот они, собственно говоря. Ну а мы идем пахать дальше. Слива зацвела. Еще мало цвета. Потом вообще красота будет с зелеными листиками. Потом вам покажу. Вот так заводится она. Он, мотоблок же, он. Открываем кранчик на бензонасосе. Подкачиваем. Все, вот стартер. Все, завожу и погнал. И все. Вот такое получилось видео. Всем пока. До новых встреч.